After they finished speaking, then at that moment Shiva Tivadik arrived, so then he began. No need to delay any further. Srila Vishwachar Thakur has seen this Leela, experienced the verses of Srimad Bhagavatam in another way. That is that when Vraj Gopis arrived, they surrounded Krishna on four sides and four groups, Swapaksh, Vipaksh, Tastapaksh and Suritpaksh, standing on different sides of Sri Krishna. После того, как Враджа-гопи пришли в лес и окружили Кришну с четырех сторон, и там стояла Свапакша, Випакша, Татастапакша и Суритпакша. And each group, according to their sneha, madhu sneha, prita sneha, or mixtures of both, attracting the attention of Sri Krishna through their very humble words. Вишванатха-чакраварти Такур описывает эту лилу таким образом, что в соответствии с типом своей любви, Маду снеха, Грита снеха или пропорциями этих снех, гопи по-разному проявляли свою любовь к Кришне, эти четыре группировки. He described the first three verses are spoken by one group, then the next three verses by another, then он приписывает первые три стиха первой группе гопи, вторую следующей группе гопи, следующие три третьей группе гопи. And the verse Sinchangvenas Padavaram Ritapura Kena Hasa Haloka Kalakita Charitjagya was spoken by Radhika. И он объясняет, что вот этот призыв отдать, потушить пожар нектаром уж, что эти слова он приписывает Шимати Радхике. In Sri Krishna Bhavanamrita you see that one day Radha and Krishna gopis were playing together. Шри Кришна Бхаванамрити описана лила, в которой говорится, что однажды Радха, Кришна и Сакхи играли вместе. And Sri Krishna told to the Sakhis of Radhika, oh, when your Sakhi, Radhika is with me, she speaks in a very shameless way when she's alone with me. И Кришна стал рассказывать Сакхи, вы знаете, ваша подружка, когда она наедине со мной находится, она очень бесстыжа со мной разговаривает, слишком откровенно. Radhika denied it. No, but don't listen to him. It's not true. Radhika возмутилась и сказала: "Не слушайте его вообще, он все врет." See, Krishna says, "Oh, how can you deny it when I remember that day, and we all remember that day when shamelessly, in front of others, you said, 'Sinchanga naspada daramrita purate.'" Кришна сказал: "Я обманываю. Да мы все помним, мы все присутствовали в тот день, когда ты так откровенно требовала нектар моих уст при всех." So, if the heroine speaks such open words, requesting meeting with the beloved, then rasatas dosha will come. Когда героиня так открыто ведет себя по отношению к герою, так говорит такие слова, это вызывает нарушение расы, появляется расабхаса доша. But there is a condition wherein the rasatas dosha will not come. Есть одно исключение из правил, при которых при котором не возникает расабхаса. Это если героиня уже находится в состоянии безумия, унмада. Если она полностью уже охмелена. So then Radhika said, "Oh, it's true, I may have said it, but I was in such a state at that time. It was not possible to not speak it." Радика сказала, ну может я так и сказала, но в том состоянии, в котором я находилась, было невозможно не сказать такие слова. If you think that there would be some fault in me, then I say, if you were in the same situation, Krishna, you would have done exactly the same thing. Я тебе уверяю, Кришна, если бы ты оказался на моем месте, ты поступил бы так же само, как я. So then Krishna said, "No." Кришна сказал, не поступил бы я так. I could not speak so shamelessly. Ни за что бы я так бесстыжий себя не вел. So then, Sakhis of Radhika took up Krishna's challenge.
И тогда Сакхирадики посчитали это вызовом со стороны Кришны. And they decorated Shrimati Radhika with the peacock feather, with vitamba and flute. Они сказали, ну тогда посмотрим. Они переодели Радику в одежду Кришны, дали ей флейту, подклюли павлинье перо ей волосы, накинули золотую питамбару, покрыли ее мускусом, чтобы она стала цвета шьям. Then the Sakhis, they decorated Krishna as Radhika. И тогда сайки переодели Кришну в одежду Радхики. Whose theory is correct? Radhika's theory or Krishna's theory? Сейчас мы узнаем, чья теория правильная, теория Радхики или Кришны. So then all gopis went to some distance away. И тогда гопи все отдалились на какое-то расстояние. And Radhika stood beneath Vamsivatam and began to play the flute in Panchamatam. И Радхика стала под Вамсиватом и заиграла на флейте Кришны, играя ноту Панчамарабу, мелодию. Then from all directions the gopis came running. И тут же со всех направлений гопи стали сбегаться к ней. And surrounded Radhika, who was playing the role of Krishna. И окружили Радхику, которая играла роль Кришны. And Krishna also came there. Кришна тоже прибежал туда. Then Radhika said to him, "Swagatam va mahabhaga priyamukim karavani va." И тогда Радхика сказал, добро пожаловать в лес Вриндавана. It's your dharma to go home and serve your husband. Это ваша дарма вернуться домой и служить мужьям. And when Krishna heard this, his heart was trembling, and he said, "Sinchandanaspadaparamitapurakim." Услышав эти слова, сердце Кришны затрепетало, и он обратился к Радхике с просьбой потушить пожар в его сердце. So then Radhika smiled. Радхика улыбнулась. And she, in the form of Krishna, accepted Krishna in the form of Radhika. Играя роль Кришны, она приняла Кришну, который играл роль Радхики. And all the Sakhis surrounded her, and she began to embrace them also. И все Сакхи окружили ее, она стала всех обнимать. And then Brinda Devi said, stop. Brinda появилась. The point has been proven. Как? Сейчас заканчиваем на этом, не надо переходить грань. То, что вы хотели ему доказать, вы доказали уже. Vrindavan Bihari Lal Ki Jai, Radha Shyamsundar Dev Ju Ki Jai, Srimad Bhagavat Mahapurana Ki Jai, Jai Jai Shri Radhe, Shri Govind Jai Jai. सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्ति कमलगंतम वाग्मय ममतम जगत्पिवती विश्वसर्ग सर्गाद नवलक्षण लक्षतम श्रीकृष्णाक्षम परम नाम जगद्धाम नमामि तत् हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं परात्म गोपी तस्य हरे पदकमलम वंदे श्री चैतन्य देवस्य वंदेहम श्री गुरु श्री पदकमलम श्री गुरु वैष्णवांश्च श्री रूपम साग्रजातम
Sahagana Raghunathamvitam tam sajivam Sadvaitam sadhutam parjan sahitam Shri Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakhamvitanshcha Yasya Prasada Bhagavat Prasada Yasya Prasada Anandagati Kutobi Dhyayam Smaran Tasya Shastra Sanyam Vande Guru Shri Charanarvindam Maham Bodhe Stire Kanakurchire Tira Shikare Vasan Prasadantah Sahaj Balabhadrena Balina Subhadra Madhyastha Sakal Sur Seva Vasadabhu Jagannatha Swami Nayana Patagami Bhavatume Narayanam Namaskriti Naram Chaiva Naruttamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayantirai Vanchakalpatalbhyascha Karpasandibhyevucho Pattanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे हे रूप दुर्गत जनैक दयावनुको हे भट्टयुग्म सुमते रघुनाथ दासो श्री जीव मे कुरुत मंद मते दयांद्रा तुलसी कानून यत्र यत्र पद्म बनाने चो कुरान पठनम यत्र तत् सन्निहितो हरिः बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगल श्रीमद् भागवत महापुराण वेरी वेरी ऑस्पिशियस श्री श्रीमद् भागवत महापुराण वेरी स्वीट एंड ग्रंथराज थिंक ऑफ ऑल पुराण вся слава परम मंगल श्रीमद् भागवतम который является звуковой вибрацией инкарнации श्री कृष्ण и также царем среди всех священных писаний. श्री शुकदेव जी वाज डिस्क्राइबिंग द कन्वर्सेशन डायलॉग्स between Shri Krishna and Shri Gopika. Shri Shukadev Goswami описывает диалог, который состоялся между Shri Krishna и Gopika Gana. Shri Krishna was adopting at that time the refusal attitude and he was saying that Dushiro Durbhago Vridho Jado Ropi Dhanupiva पतस्ति विन हातव्यो लोकेप्सुगी अपार्थकी। The eighth sentence was this, that O Gopi, you should return to your homes because either your pati is dushil, durbhagi, vriddha, jar, rogi. Dushil means he is not having a good character in it. Even then, you should return to your home. Кришна внешне проявил настроение пренебрежения в адрес Гопи, и он сказал им, возвращайтесь домой, вы должны служить своим мужьям, какими бы они ни были, больными, старыми, никудышными. If he is not patki, that means he has not done the blunders or the sins, very hard sins, then a wife should serve his husband, being near to him, and if he has commenced the sins very hard, very severe, then she should serve his husband, but not touching his husband. Кришна сказал, что нужно всегда заботиться о муже, каким бы он ни был. Но если муж стал падки, уже впал в тяжкий грех, то жена все равно должна продолжать служить ему, поставлять его едой, ухаживать за ним, но просто не касаться его совершенно и выжидать, когда он сможет возвыситься из этих грехов, выбраться. Gopis are answering this sentence of Shri Krishna. И Гопи отвечает на эту фразу Кришны. Танна прасид вржинардан тенгри мулам прапта всиджи васати стаду ашанаша тасвандар смит нирикшан тибракам таптатма нам пуруш бушар дейн дасия. As you have said that this is a duty of a wife to serve his husband, you are our real husband. Кришна, ты говоришь, что долг жены ухаживать за мужем, но ты наш истинный муж. Those husbands are symbolic husbands. Те мужья, о которых ты говоришь, они символические мужья.
They are related to our body, but not our soul. Они связаны, они имеют отношение к нашим телам, но не к нашим душам. The relationship between a soul and Paramatma, that is the real relation. Настоящее отношение — это отношение между душой и сверхдушой, Параматмой. But the relation of a body, one is female, other is male, maybe in the other way also. So that relationship is not permanent. That is quite temporary, very very temporary. Но отношения, основанные на плотской привязанности, они очень временные, они не настоящие. So in comparison, the Dehadharma is not better. The prior dharma is Jaiva dharma. That means the dharma of a soul, that is the main. The body dharma is not physical dharma, is not the main. Деха дхарма не является первостепенной, она является второстепенной. Первостепенной является Джайва дхарма, дхарма души. So you are our actual husband. Ты наш настоящий муж. Actual master and pati. Настоящий пати, наш хозяин, это ты, Кришна. So as you have instructed us, we are following it and we are coming in your shelter. И поэтому, следуя твоим же наставлениям, мы принимаем прибежище у тебя. So tanna prasid, please be kindful to us and please accept us. Будь милостив к нам и прими нас, пожалуйста, Кришна. О, Бриджанардан, you are the remover of all calamities and all sorrows. Бриджанис calamities. Бридж. Difficulties. I don't hear the name of Krishna. Бриджанардан. Бриджанардана, ты убираешь все препятствия и проблемы. So, tanna prasid Бриджанардан. You are the remover, you are the eliminator of all calamities, all difficulties. So we have come to your shelter. Ты разрушаешь все проблемы, все бедствия, поэтому мы пришли к тебе за помощью и покровительством. Vrishinche basti, we have left our home city. Мы оставили свои дома. And todo pashnasha, we want to serve you in all way. Мы хотим служить тебе всячески. Tasundara smita nirikshanti prakama tattatmanam. While we have seen your sweet smile, then we got the desire to meet you. Как только мы увидели твою сладостную улыбку, мы тут же воспылали желанием встретиться с тобой. The thought Sundara Smith, your smile is very much sweet, as well as Niriksha. Your looking is also very much full of sweetness. Твоя улыбка и твой взгляд, они преисполнены сладости. So we are Taptatmana. We are very much perturbed. And we have come to your shelter. Мы находимся в чрезвычайном беспокойстве, мы пришли к тебе за покровительством. You should have understood this, that you are the only ornament of Vipassas. Ты наше единственное сокровище. Мы хотим, чтобы это ты понимал. The best ornament of a Patibrata, of a lady, is his husband. То есть лучшее, главное сокровище женщины – это ее муж. And for we, you are the best ornament for us. Для нас ты есть это сокровище, Кришна. So you are Purush Bhushan. That means our all and our ornament. Actually, you are our whole and ornaments. Ты Пуруша Бхушана, ты наше украшение главное. There is an instance in Sri Chaitanya Charitamrita is described that once Sri Shivanand Sen went to Jagannath Puri and he met Sri Chaitanya Mahaprabhu. Sri Chaitanya Charitamrita описано, как Шивананда Сен однажды отправился в Джаганнатха Пури и повстречался там с Шри Чайтанья Махапрабху. He has his children, his son, Puridas, in his lap. И с ним был его маленький сын Пуридас, у него в руках.
And Shishavananda said, put him in the lotus feet of Shri Chaitanya Mahaprabhu. Shivananda Sen подложил Пуридаса маленького к ногам Шри Чайтаньи Махапрабху. Mahaprabhu was just gave his toe in the mouth of that child and told Krishna kaha, Krishna kaha. Mahaprabhu подсунул свой большой палец ноги к рту ребенка и сказал Кришна кага. But that boy was not speaking Krishna. Но мальчик отказывался. Он ничего не говорил, он не повторял за Махапрабху Кришна. And Mahaprabhu was very much astonished that even creepers and the beast are speaking Krishna. While I speak, while I provoke, they also speak Krishna. But this boy is not speaking. Why? Махапрабху был в недоумении. Он подумал, как странно, я побудил даже крипы, то есть латы и животных, говорить Кришна, а этот мальчик не отзывается на мой призыв сказать Кришна. Swami Damodara explained that he is taking the Krishna while you have chanted Krishna, so he is taking it as mantra. And mantra is not repeated. Но Swami Damodara объяснил Чайтанья Махапрабху, то имя Кришны, которое ты произнес, мальчик принял, отнесся к нему как к мантре, а мантру вслух не произносят. Mantra is called Rahasya. And Rahasya has three qualities. Mantra называется Rahasyai. В Rahasyi есть три характеристики. Rahasya means it is very confidential and very rare, very valuable. Rahasya это что-то ценное, то что-то бесценное и такое сокровенное. It is the nectar, it is the essence of a thing. Это эссенция всего, это самое важное. So rasa means the first meaning of rasa will be essence of a whole upasana. То есть рагаси это суть всей упасаны. The second meaning of rasa is it is always given in confidence and it will not be given openly. Рагаси второй смысл это тайна. Это таинство, что-то происходит очень приватно, не публично. Well, Guru gives initiation. Then, by covering with the clothes, he will give the initiation. So, covering and it is very confidential. То есть вот это даже таинство инициации, когда Гурудева дает инициацию, то что-то сокровенное и проходит секретно. То есть Гурудева накрывается накидкой, тихонько шепчет мантру ученику в ухо. And the third meaning of the rasa is because it is very much valuable, so the person will preserve it. As a treasure. То есть третье значение слова, смысл слова рахаси это что-то бесценное, поэтому если что-то такое ценное, то человек будет беречь это сокровище, охранять его. So he will not show it to everyone. Он скроет его от всех, не будет показывать никому. So that this boy is taking your recitement of Shri Krishna as the mantra. And he is not reciting it again. Шарупдамадар объяснил ему, что мальчик отнесся к имени Кришны как мантре, поэтому он вслух не повторяет за тобой. And at that time, Shri Mahaprabhu gave his toe in the mouth of that infant. И тогда Махапрабху дал ребенку пососать большой палец своей ноги. And immediately, the Пуридас, his first name was Пуридас. Малыш, которого звали Пуридас. But he spoke a very beautiful verse. Shrivaso kubulaya makshalo manyad murasi mahetar manidama vrindavan taruninam mandan makhilam harir jayati. Shri Hari is jayati. He is the supreme among all things. И вдруг мальчик заговорил, стал молиться удивительным образом. Он сказал, Хари, он джаяти, он непревзойденный среди всего. And Shri Krishna is the best ornament of all Braj Sundari. И Кришна, он сокровище всех в Радже Сундари. So he is also saying, Purush Bhushan, at least you are our actual Bhushan. То есть и гопи говорят, Кришна, ты Пуруша Бхушана, ты наше сокровище. Shrivaso Kuvale, whatever earrings we are bearing in our ears, that is also Shri Krishna name and Krishna Gol Lila.
That is the best ornament, best earring in our ears. Гопи сказали, что наше истинное украшение, наши настоящие серьги – это имена Кришны и его гуны. Мы всегда слушаем его качество и слушаем его имена. Kula means lotus. That is bore in the ears. Kunda. That means the earring. Это лотос, то, что рождается в ухе, то есть в серьге. So shrubso kugle, akshno anjanam, the kajal, we are dying in our eyes, that is also Shri Krishna rupa. И каджал, подводка, которую мы наносим под глаза, это рупа Кришны. Makshno manjanam, urasa mahinda dama, and we are having the garland, having the garland in our, on our heart, on our neck, and that is also Shri Krishna. И гирлянда на наших шеях, это тоже Шри Кришна. Because in the garland of Shri Radharani, there is always the Neelam, Neelmani is there. В ожерелье Радики всегда присутствует Neelamani. So, whole Abhushan, Сапфир. Are Shri Krishna himself. То есть, Гопи говорит, все наши украшения, наше истинное украшение – это Кришна. So, oh dear, we cannot live without you, and you are the best ornament of us. Любимый, мы жить без тебя не можем. Ты – наше единственное сокровище и наше украшение. So, таттатманам Пурушбхушан Дехидасьям. Oh, Пурушбхушан, you are our whole Шанга, and you give us your shelter. Паруша Бушина, дай нам прибежище, пожалуйста. And while Shri Brijbhupakaran was praying in this way, so humbly, then Sarasvati immediately interfered and she changed the whole words into the negative, into the refusing and Manmuddha. И услышав вот эту мольбу в Раджа Гопи, Сарасвати тут же вмешалась и поменяла смысл их слов, превратила их в ман-мудру. As if Shri Gopis was saying that Tannaprasi, oh please leave us. И донесла до Кришны другой смысл, что Гопи говорит, оставь нас в покое, пожалуйста, покинь нас уже. Бриджанардан Тенгамулам, you are Gopi, accept that you are the remover of, you are the eliminator of all difficulties. Whenever any difficulties comes to us, Brijvasis, you eliminate it. Мы знаем, что ты всегда спасаешь всех в момент, в трудный момент, когда возникали проблемы во Врадже, ты решал все эти ситуации и помогал всем. But you should know that at this time, at this moment, we have not come to take your shelter. We have reached here to inspect our dream. Но сейчас совершенно иная ситуация, другие обстоятельства. Мы не пришли к тебе сюда за помощью, мы пришли осмотреть свои владения. So, Prapta Vrishanji Basti, do we have reached here to take your shelter? That means no. The negative means the interrogative means the negative. То есть в этом уже значении тут стоит вопросительный знак. Ты что думаешь, что мы пришли сюда за твоей помощью? So, does we have reached here to serve you? Ты думаешь, that is not. Ты что думаешь, мы пришли сюда служить тебе? Нет, конечно. You should go to them who are tattatmanam, who are suffering from the heat of viraha. But we are not. We are all well, and in we are in all happiness. Ты отправляйся к тем, кто горят в огне вирахи, разлуки с тобой, но мы не в той категории, у нас все хорошо. So please show your face to them. Who Sundara Smith Nirikshan Tiprakam Tattatmanam, who is perturbed, who are suffering by seeing your sweet smile and sweet, beckoning eyes.
Поэтому иди, яви свой сладкий лик страждущим, помоги им в их трудной ситуации, одари их своей улыбкой, своим взглядом. So don't proceed to us. Поэтому к нам близко не подходи. If you want to play, this is a general rule, general attitude that normally girls plays with girls and boy plays with boy. So why you being boy, you want to play with big girls? We are not interested in you. So in social way, in social custom, normally boys plays with boys and girls plays with girls. So Purush Bhushan, you should play with your friends, not with us. В порядочном обществе существует разделение между полами. Девушки играют, общаются с девушками, а юноши с юношами. С какой стати ты пытаешься общаться с нами? Не нарушай, пожалуйста, канонов цивилизованного общества. So give your servantship to your das, your friends. We are not going to serve you. Поэтому иди, получай служение от своих друзей. От нас ничего не жди. In this way, Shri Prajapakara had the denial attitude. Таким образом, гопи отвергли Кришну. And Shri Krishna was smiling. Then, seeing his smile, Shri Prajapakara became again very much perturbed. And they was thinking and answering the next verse of Shri Krishna. И увидев в ответ на свои слова улыбку Кришны, гопи опять были в недоумении и продолжили отвечать, опровергать его идеи, которые он высказал ранее. Krishna has told them previously, Aswagyam ayasapsyam cha phalgu krichyam bhayavaham jugupsitam cha sarvatro aupatyam kulastriya. O Vrishgopi Kagal, having the paramour relationship, that is very dangerous. It is aswargam. It will not give swarga. Кришна ранее сказал им, что незаконные любовные отношения очень опасны, потому что они не приведут ни к чему хорошему ни в этой жизни, ни в последующей. Айяшасям чо. It will give the bad name. It will ruin the fame. Такие отношения разрушат вашу репутацию. Phalgu. The sweetness of it is very little. Удовольствие в таких отношениях, сладости очень мало, сладость мимолетная. It is very hard. And bhayavaham. It is very dangerous. Такие отношения очень сложно поддерживать, и они являются причиной постоянного страха. Because the husbands of the Parikya will always remain and they will hurt the person. Потому что мужья всегда готовы побить любовника своей жены и будут преследовать его всячески. So, Gopi, you should return to your houses. Поэтому поскорее возвращайтесь домой. And Gopi Kakarana answered this. И сейчас Гопи Кагана ответит на это. Бикшалакабрит мухам табкундалашри гандасталадхарсадам хаставалукам даттабхаям чи бхуйтанде югам вилокьо бакшашрей карманам чи бхавамдасеха. О Кришна, how it is possible? It is just like that. You are on one hand, you are provoking the thief for theft, and on the other hand, you are awaking the persons, beware, the theft can be done. So it cannot be, it is not proper. You are doing the both side. Нам совершенно непонятно твое поведение, Кришна. С одной стороны, ты посылаешь вора воровать дом, с другой стороны, предупреждаешь хозяина дома, что их будут обкрадывать. Как-то все тут непонятно. You are attacking us by your cults. So, Bhiksha Alakabrit Mukham. Your cults are
just coming on your cheeks. Твои прекрасные локоны обрамляют твои щеки. Sometimes алака. Бикша а алака пратмукам. Sometimes бикша о алака пратмукам. Sometimes а ишат алака пратмукам. That means your curls are so beautiful that in every position they are very much attractive. Твои локоны настолько прелестны, что в каком бы они положении ни находились, на твоей голове они прекрасны. While slightly they comes on your cheek, it becomes very much beautiful. Когда твой локон касается твоей щеки, он выглядит великолепно. And they seems like that it is a fish catcher. Матси бандини, as a приманка. Net? Yes, sir. No. No, fish hook. The hook. Hook, yes. So it is just like, because curl is also round. So it is just like a hook who will catch our eyes and will imprison our eyes, our heart in that hook. Твой завивающий локон подобен крючку на удочке, который пытается поймать наш взгляд и притянуть к себе. So bhiksha alkaprat mukham, and you have just throw that hook to us, and our eyes and our heart is pierced. И ты пытаешься этим крючком поймать наш взор и наши сердца. So bhiksha alkaprat mukham, tab kundalashri, your kundal. Your earrings are kundal are very beautiful and they are just shimmering on your cheeks. Твои прелестные серьги, они бросают блики на твои щеки, они переливаются. And it seems that you want to hit us, you want to have the luxury on our heart, the aim on our heart. И кажется, что ты целишься в наше сердце прямо. Сережки стукаются. So, your, you are now riding, floating the boat. And if a person is sitting on a boat, and then he wants to shoot anything or hit anything, then the boat is trembling. And at that time, his aim will be missed. So his aim will be missed. I can't translate. If a person tries to shoot and the boat is moving, so they can't make a good aim. Когда кто-то пытается прицелиться к мишени, но находится в раскачивающейся лодке, то человек не может прицелиться четко. So he will, first of all, he will stay on a stable platform. Then if he will shoot or he will strike, then his arrow or his bullet will hurt the goal, otherwise not. Для четкой стрельбы нужна хорошая опора. Надо вначале встать нормально, и потом уже можно прицелиться к мишени и попасть в нее. So your earrings, your kundal is just like a fish, and fish is very much a chanchal. Твои серьги подобны рыбкам, а рыбки они непоседы, чанчал. So first of all, you are tying that fish to your ears, so that it can be stable. И поэтому, пытаясь стабилизировать эту рыбу, ты прикрепил ее к своим ушам, чтобы угомонить ее. Then you will strike the arrow of your eyes, beetling eyes, on us. А потом ты уже целишься своим взором в нас. So the kundal are there in your ears, so that they can be stable, and then you are striking by your beetling eyes the arrows of your sight on us. И поэтому ты прикрепил эти непоседливые рыбки к своим ушам, и теперь целишься в нас своим взглядом. So kundalashri gandasthala dharasudham kundalashri, you are. Your kundal are very much shining. И твои серьги
переливается. And Gandhasthala Dharasudham, your cheeks are shining with the smile, with the light of your smile, with the sparkling, sprinkling of sparkling of your teeth. И твои щечки озарены сиянием твоей улыбки, твоих блестящих, сияющих зубов. And that is Adharasudham. You have spread the sudha. That means the your lotus, your nectar is also coming. The some drops of your adharam is also coming on your cheeks, and that is just to attract a bird on the net as a chidimar, as a hunter who catches the birds. He spreads the net and then he spreads some corns, some grains there, and as soon as a bird came there and he stood on the net, and as soon as he will place his feet into the holes of that, the hunter will spread, will stretch the dory, the rope, and he will be caught. His feet will be caught. In the same way, your Alkavali is just like a net, and your Adharamrita is just like a chompa or a attractive grain, and our eyes are just like a bird, and they are tied in your, in that Alkavali, in that net. И мы видим капли твоей Адхарамриты и нектара твоих уст на твоих щечках. Эти капли блестят, это как приманка для нас, подобно тому, как охотник за птицами расставляет силки и накрывает сетью семечки и выжидает, когда птички прилетят, слетятся на эти семечки, на эти зерна, и потом он сможет дернуть за веревку и закрыть сеть и поймать их. И твои прекрасные локоны подобны этой сетке, а твои вот эти капли Адхарамриты — это приманка для нас, и наши глаза, как беспомощные птицы, попались в эти силки, которые ты расставил для нас, эту ловушку. So metaphor is very beautiful. Метафора очень красивая. Да. Unlike the curls are just like the net, and your smile as well as smile is just like a arrow or just like the rope, and the shining of your teeth that is coming and the drops that is coming on your cheeks in Adhar, in cheeks, those are just like the grains, and being attracted to grain, our eyes are just like the birds, they are rushing to it, and as soon as they stay there, you stretch, you pull the drop of the rope, and we are, our eyes are just tied in that net. Очень красивая метафора, что Гопи сравнивает улыбку Кришны или со стрелой, или с веревкой, которую охотник тянет, чтобы закрыть силки и поймать птицы. И они говорят: вот ты видишь, расставил эти сети свои коварно, свои эти удивительные локоны, и ты приманиваешь наши глаза, как птичек, к себе в эту сеть своей улыбкой, своими блестящими зубами, капельками Адхарамриты на твоих щеках, и мы, как наивные птички, попались в эту ловушку. So, Bhikshalaka, и потом ты затянул веревку тут же. So, Bhikshalaka Pritmukham, seeing your alak, that is covered, your face that is covered by the curls, Tava Kundala Shri, your kundal are very much shining, and the shining shine of those kundal is also reflecting on your cheeks, and the reflection of your teeth are also reflecting on your cheeks,
And some drops of the agaramrut, those are also sprinkled on your cheek, and that is just like the grain. So our eyes are very much attracted and they are bound in that net. Ты расставил сети своих ловуш, свои ловушки, Кришна, своими локонами, своими сияющими серьгами, которые бросают блики на твои щеки. Твои щеки также озарены твоей блестящей улыбкой, аурой твоих белоснежных зубов и каплями адарамбиты, которые покоятся на твоих щеках. И птицы наших глаз бессильны против этой ловушки. Они устремились к этой приманке, и ты тут же потянул веревку и закрыл ловушку. So on one hand, you are suggesting us to adopt the to accept the chastity, and on the other hand, you are attracting him us in this way. Ты призываешь нас все время к праведности, целомудрию, а с другой стороны ты соблазняешь нас таким образом беспощадным. So that is very much controversial. You should not do this. Твое поведение противоречиво, Кришна, так не надо поступать. Datta bhaimcha bhujdan yogam bilukhyo. And while we see your long arms, and those arms are having this quality that they are giving away to us. They are removing the all bhai, all fears. Whenever we gosh in here, they remove your hands are just removing it. So, seeing them, we are attracted to you. И видя твои могучие длинные руки, мы испытываем полное бесстрашие. Мы понимаем, что ты можешь защитить нас от всего, и мы полностью пленены твоей красотой, Кришна. Because Viras is a friend ras of Shrinagas. Потому что мужское мужество, его сила, Вирья раса всегда сопутствует, всегда дружит близко с Мадурья расой, романтической любовью. And seeing your heroism, seeing your braveness, we are naturally attracted to you. И видя твою мужскую силу, твою мощь, мы естественным образом привлекаемся к тобой, Кришна. As well as you are so wealthy person, ke bhakshashrei karmanam, your chaste is a place of resting of Shri Lakshmi. Lakshmi is also resting in your chest. So your breast, your chest is very much beautiful. So seeing this beauty, we are attracted to you. Мы тоже нам очень нравится твоя могучая грудь. Ты очень состоятельный, ты очень богатый человек, Кришна, потому что на твоей груди покоится Лакшми Деви. И мы не можем устоять перед красотой твоей могучей груди. So in this way, you are extremely clever. You are trapping us by your curly hairs and attracting us to you. So you are very much clever. As well as Datta Bhaimcha Bhujdan Yogam, you are very brave. So seeing your braveness, we are attracted to you. And Bhakshashrei Karanam, you are very wealthy person even. So seeing your wealth, we are attracted to you. So three things are there, three factors are there. You are clever, you are brave, and you are a wealthy person. So we are naturally very much attracted to you. Кришна, мы не можем устоять перед тобой. Во-первых, ты очень умный. Смотри, как хитро ты расставил эти селки для наших глаз своей красотой, своими локонами. И мы попались в твою ловушку. Во-вторых, ты очень сильный, могучий. И для нас, женщин, трудно устоять перед твоим героизмом, мужской мощью. И в-третьих, ты несметно богат, потому что Лакшми Деви живет на твоей груди. Поэтому три эти фактора очень важны. Твой интеллект, могучая твоя сила, мужская. И также ты очень богатый. И перед этим мы устоять не можем. So if a person has three qualities, he is brave, he is clever, and as well as he is a wealthy person, which lady will not be
Какая женщина стоит перед таким героем, и умный, и богатый, и такой сильный, поэтому мы тоже в таком положении беспомощном. So, on one hand, you are refusing us, and on the other hand, you are attracting us by showing your these extraordinary qualities. И ты с одной стороны отвергаешь нас, а с другой стороны так сильно манишь нас, являя вот эти удивительные свои качества. So please accept us. Пожалуйста, прими нас. But Saraswati did not accept it. Saraswati не понравился смысл этих слов. In this way, heroine is going, his level is going downward. So Saraswati changed the whole meaning into the refusal attitude. Saraswati против такого. Она не хочет, чтобы героини так унижались перед Кришной, поэтому она полностью изменила смысл их слов. Бикши, а алакабритмахам, yes. One point is very, very beautiful. Sometimes your hairs are alakabritmakam. They are not on your face. That means while you have bearing a turban, then first of all you make your hairs joint combined, and then making a jula on your forehead, and on that you bore the turban. Even then, some little hairs are coming from. So some little hairs are also coming from your ears. So. So some little hairs are still coming out of that turban. Then you are inserting those little hairs either with the comb or with your little finger into the turban, and then your face is alakabrit mukham, without hairs. Иногда, и тут другое значение алака, что иногда у тебя не видно локонов на лице, на твоем, потому что иногда ты собираешь волосы в пучок на затылке и прячешь их под муку, под тюрбан. Но если какие-то кудри пытаются, кудряшки выбиться из-под тюрбана, то ты их подтыкаешь обратно или расческой, или мизинцем. И тогда твое лицо полностью видно, потому что локоны не скрывают его от нас. On the other day, you are being the turban, some half-tail curving turban. Then one portion of your head is covered with that turban, but the other portion was still out, and from that portion, the curls are just coming on your cheeks. Иногда ты одеваешь свой тюрбан на бикрень, и тогда одна сторона прикрыта, волосы с одной стороны полностью прикрыты, но локоны не спадают с другой стороны и обрамляют одну сторону лица. So while you are bearing the straight turban, then whole hairs are covered by the turban. But while you are bearing the bending turban, bended, then the half portion was covered and half portion was open. So seeing that beautiful curling of your curls, we are attracted to you. Иногда мы не видим твоих локонов, когда твой тюрбан одет прямо по центру головы, то он скрывает все твои волосы. Но иногда, когда ты его перемещаешь так на бикрень, то локоны выбиваются из-под тюрбана с другой стороны, и мы просто были очарованы красотой этих локонов, пленились. And sometimes, Bhiksha, alakabrit mukham, fully covered, your hairs are coming on your mouth, then on your face, then seeing even that sight was also very beautiful. Иногда так бывает, что волосы не спадают на твое лицо, прикрывая лоб и все лицо, и это тоже прекрасное видение для нас. So while you are taking bath, then
your hair, you are not bearing at that time turban, and your hair was coming on your face. And while you are bending on us, then your hair was also covering your face. And that, seeing that beautiful face, those hairs, we are very much attracted to you. So on the at the time of this taking bath, or at the time of bending on us, we see your faces, hairs covering your faces. So Bhiksha Alaka Pratmukham. So Bhiksha Alaka Pratmukham, it is explained in three ways. Without Alaka Pratmukha, Ishat Mane, halfly Alaka Pratmukha and fully Alaka Pratmukha. То есть есть этот алака, а тут три трактовки, что когда тюрбан идет прямо на голову по центру, он скрывает все локоны, и даже если какие-то кудряшки выбиваются из-под него, Кришна подтыкает их мизинцем или расчесочкой обратно прячет, и не видно никаких кудряшек. Иногда, когда Кришна одевает на бок так тюрбан, то локоны обрамляют его лицо с одной стороны. И третий вариант, что когда Кришна купается или омывается, то у него на голове тюрбана нет, и волосы не спадают прямо на лицо. И это тоже очень нравится гопи. И также они говорят, иногда ты наклоняешься над нами, отвисаешь так, и мы тоже обожаем этот даршан, когда твои волосы покрывают твое лицо. Но Сарасвати тут такой трактовки вообще не принимает. As Brij Gopikarana is saying, refusing Shri Krishna, that Bhikshalaka Mukham Bhavamadasya, do we seeing your cults will become your servant? No, never. Ты думаешь, что в оплату за даршан твоих кудряшек мы готовы стать твоими служанками? Ты что? Да ни за что. We know it then, that you are trying to attract us, showing your wealth, but we are not so greedy persons that we will like to have that wealth. We have enough wealth with us. Мы понимаем, что ты пытаешься впечатлить нас своей состоятельностью, своим богатством, но мы не продажные, мы не покупаемся на деньги, то есть у нас достаточно своего богатства есть, нам чужое не надо. So Bhiksha Alaka Pratmukham, your alak is just like Indra Nilmani. И твой алак и твои кудри подобны синим темному сапфиру Ниламани. Your reddish cheeks are just like Markat Mani. И твои красные щеки подобны изо Маркат. Маркат. Маркат is emerald, green, ruby. So something the Nilam is a blue color. The Markat Mani is red. That's so ruby. Your cheeks are so reddish. They are just seen as if they are Markat Mani. Твои щеки такие розовые, они подобны рубинам. Your adhar is just like bidrum, munga. И адар подобный лунному камню. So, those are just like munga and hasa. Как жемчуг. Your smile is just like moti. Улыбка подобна моти, жемчугу. А капли адрамриты твои подобны лунному камню. And your ablok, your sight is just like the diamond, hira. А твой взгляд подобен бриллианту. So, do you want to attract us, showing your wealth, this meal money, this markat money, this bidrum money, this mukta money, this hirak money? So showing these stones, you want to attack us, but we are not so greedy that we shall leave our chastity. Поэтому не пытайся купить нашу добродетель вот этой выставкой самоцветов своих. Это все прекрасно, но мы не купимся на такое, так что не надо нам показывать вот эти синие сапфиры, эти твои жемчуга, алмазы, бриллианты. And your arms are just like the argala. Argala is a
is a thick stick that was put behind the gate. The gate is closed and then that argali is just placed there on the holes of the wall, and so that it becomes very much strong. Gate cannot be opened. Засов, который ставят на двери, чтобы запереть их, только огромном таком бревну. And your chest is resembling to the great gate. И твоя грудь подобна этим огромным, таким огромным дверям, похоже на эти. So your bakshi is как ворота, твоя грудь, как огромные ворота. So seeing this, Kim Bhavam Dasya, thus we became your servants. No, but these things are just creating fear in our heart. Ты что думаешь, это нас вдохновляет на то, вот этот вид твоих могучих рук и крепкой груди вдохновляет нас на то, чтобы стать твоими служанками? Нет, это просто вселяет страх в наши сердца. Previously, Shri Krishna has told one sentence. That Shravana, Darshana, Dhyana, Mai Bhavan Kirtana, Nartathasan Karshino, Prithiyatatu Grahan. The last sentence was, the tenth sentence was of Shri Krishna was this, that Shravana, Darshana, Dhyana, O Gopikarna, you meditate me in your house. Because the direct physical meeting is not so beautiful. Is not so sweetful as the having darshan in imagination. So the imagination darshan is much more sweet rather than the meeting, because the meeting of two persons that results in discard after. Or discard. The attraction is finished. But if a person will have the meeting in imagination, then his attraction will always be increased. So do not try to have the physical meeting. But Shravana, Darshana, Dhyana, you do the Dhyana Darshan. The our meeting in Dhyan. В заключительной своей фразе Кришна сказал Гопи: отправляйтесь домой и созерцайте меня там, в Даршане. Не надо довольствоваться вот этой физической встречей, потому что гораздо больше удовольствия, есть гораздо больше места для удовольствия в фантазиях, то есть в встрече в уме, чем в самой физической встрече, потому что во время физической встречи быстро происходит пресыщение, то есть пыл страсти тухнет, а в фантазиях можно продолжать получать удовольствие очень долго. Поэтому я вам рекомендую отправиться домой и созерцать меня там в внутреннем даршане, таким образом общаться со мной. But gopis are answering this, whatever Shri Krishna has told, gopis are answering it. Kastra gete kalpadayakum murchiteno sammohitaja chartan na chalet trilokyam trilokya saubhagam vidam cha nirikshupam yad godvijatthano mraga pulkhande putram. Oh dear, kastra gete kalpadayakum murchiteno, oh priya, which is such a lady in whole universe, whole cosmos, then you will not find such a lady who is not attracted to you. О, любимый, ну нет в этом мире и в этой вселенной такой женщины, которая может устоять перед тобой. Because the sound of your fruit is very beautiful, very sweet. Мелодия твоей флейты настолько сладкая. And your speech is all also very poetic. И у тебя очень красивая речь, такая, столько юмора в твоих словах. А, но поэтическая речь у тебя.
It has whole qualities of a good poetry. То есть ты очень красноречив и замечательный поэт. So kalpadayat murchitena. You speak so melodiously that the melody of your speech is very much attractive. Мелодичный такой, такой красивый мелодичный голос, что он очень привлекательный. Your collection of your words is also very very attractive and sweet. И у тебя удивительный словарный запас, ты очень сладко выражаешься. Выбираешь слова очень продуманно. You uses always the smooth verbs. Komal kant padavali. The smooth verbs. Очень красиво. Always using. Ты красиво очень речь у тебя очень красивая. So kalpadayat murchiteno. The selection of your words is very smooth and very full of sweetness, as well as the sweetness of your thought is very sweet. То есть твои слова, слова, которые ты выбираешь, все, что ты говоришь, они очень сладкие. Также сам твой голос очень сладок. So who is such a lady? Sambho hi tari charta na chale trilokya. In whole cosmos, triloki, in whole cosmos, which is such a lady who will not be bewildered by your sweetness of your words. Who is not ready to give up the Aricharit, the way of living, of a Arichar, of a good person. Ну какая же женщина в этой вселенной сможет устоять перед твоей сладостью, перед всей твоей красотой, твоей сладостью? И какая женщина не приступит законы праведности ради возможности того, чтобы быть с тобой? Your speaking is such beautiful that everyone is ready to give up the dharma. Dharma, it is the broker, it is the destroyer of dharma. Ты разрушитель всей дармы, потому что это такая сладкая речь, что все полностью готовы забыть о дарме, нарушить законы дармы ради тебя, Кришна. Трайлокья совам мидам ча нирупам, and seeing your beauty, your nirikshirupam, seeing your this beauty, that is trilokya saubhagam, that is the wealth of whole triloki. И твоя красота является богатством трилоки. While seeing it, go dvij mrgaha pulkani bibhran, even cows, even birds, and even the mrg, animals became attracted, then we are the human one being. How we cannot be attracted to you? Тобой очарованы и коровы, и птицы, и олени, и если животные тобой так пленены, то что же говорить о нас, пастушках, девушках? When they get orbited, then if we are getting romance, orbitation, then what is? It is not a strange thing. Что удивительно, если животные испытывают романчу, думая о тебе и видя тебя, то что удивительного, что мы испытываем романчу при виде тебя? We will say that castrangate. If a lady is, if a girl is not attracting to you, hearing your sweet fruit and seeing your beautiful figure, and if she is not being attracted to you, we will say that she is not a girl at all. Если какая-то девушка умудрится устоять против твоих сладких чар, то мы гарантируем, что она совсем не девушка, она вообще не женского пола. There are two types of male. One is male and other is one is purush and other is kapurush. Kapurush, that means who is not attracted to any lady. Есть две разновидности представителей мужского пола, ну такие обычные мужчины и те, которые не привлекаются женским полом. Это вторая разновидность. Есть пуруша, а это акапуруша. In the same way, there are two types of ladies. One is
Stri and other is kastri. Есть то же самое относится к женщинам. Есть три женщины нормально, а есть кастри. So kastri means that she does not have the psychology of a lady. То есть другая направленность у нее, другая психологическая направленность, не женская природа. So if she is not attracted to kastrangate kalpadayat velgite, she will be called kastri. Если какая-то по виду девушка устоит перед тобой, то мы гарантируем, что она кастри. As man becomes important in the same way, the lady is also kastri important. То есть так как непатентные есть мужчины и не такие импотентные женщины есть вот. Такие и другие. So, but Shri Saraswati ji is now refusing this humble attitude. Но Сарасвати не понравилась вот эта кроткость слов Гопи. And she is saying that if a lady is giving up his maryada, his way, or his chastity, just listening the sweet song or seeing a smart person, if she becomes very much perturbed and she gives up his maryada, his way, then he will be tall and he will be criticized as kastri. She is not a good lady. Сарасвати говорит уже, доносит следующий смысл. Если какая-то женщина будет попирать свой добродетель и целомудрие ради прельщенной чьей-то красотой или там сладким голосом и речами, то это уже недостойная женщина, а это кастри, недостойная женщина. And we are also презренная very, женщина. We are also a very great and respected lady. If a lady becomes very much does not have the fun love to one place, and if he has his love very much scattered to any places, then she will be called kastri, she will be chastised and she will be condemned. By the society. То есть общество будет презирать женщину, которая рассеивает свою любовь между многими. И такая женщина считается кастрой и не пользуется спросом в обществе. So we are not like that. А мы не такие, Кришна. Kalpadayat murchiteno. Though we know that you are a very good poet. You have bhav, bimba, pad, kala, everything, vichara. The all aspects of a good poetry you have in your sentences, even then we will not be attracted to you. Мы понимаем, что твоя речь отличается такой поэтической направленностью, что ты замечательный оратор, очень красноречив, но все равно мы не готовы отдаться тебе. As it was previously described that a good poetry has five aspects. Помните, мы говорили про хорошую поэзию достойно, что у нее должно быть пять составляющих, пять характеристик у хорошей поэзии. First aspect is bhava, emotion. Эмоции должны быть, присутствовать. The other aspect is bim, the image. Image, картинки такие. The third aspect is pad, the selection of the words which are used there. Выбор слов должен быть подходящий, качественный. The third aspect is alankar. Alankara. That means ornamentation. Литературные приемы должны быть использованы. And the fifth is vichar, thought. И vichar, вдумчивость, продуманность. But you, though in you the whole five things are perfect, even then we will not be attracted to you. Ты безупречен, ты замечательный поэт, но все же это не значит, что мы должны быть влюблены в тебя, поэтому. So kastrangate kal pad ayat means vistar,
Expansion. Expansion. Murchit Egno. Murchit means, Murcha means the melody, the sweetness. То есть размах, сладость. But we will not sammohita, being bewildered. We will not arichartan nachalit. We will not give up the arichartan, the respected way of the society. We will not leave it. У тебя все в наличии, Кришна, но все же мы не хотим пленяться тобой, и мы не хотим лишаться добропорядочности. In this way, this gopi replied the 10 sentences, sent 10 talks of Shri Krishna. But in 11th chapter, 11th verse, their heart is opened and they just started to pray Shri Krishna in full being. В десяти фразах гопи ответили на 10 изначальных фраз Кришны, но в десятом предложении они уже раскрыли сердца полностью, явили все свои эмоции и глубину своей любви. And being very much deen, very much humble, they started to pray Shri Krishna. Vyaktam bhavan vijanartha haro vijato devo yathavitrisha surloku gupta. Tanno nidehi karpankaj martabandho taptastanishu sarasrachi inkiriyam. Vyaktam, it is very much clear, it is very vivid that bhavan brijanar brijbhayarte harubi jata, that you have taken your incarnation to animate the fear of whole brijvasi jana. Там очевидно, что ты пришел в этот мир, чтобы сделать бесстрашными всех Враджаваси Джан, всех живущих во Враджа, чтобы защитить их от страха. As whenever the devta, semi-gods, gets any calamity, any difficulty, any attack from Asura, Shri Vishnu takes incarnation. In the same way, you are always present. Whenever we get any difficulty, you are with us. Подобно тому, когда асуры создают, чинят множество проблем для девы, ссылают проблемы, то Вишну приходит в этот мир. Аналогичным образом, ты всегда приходишь на выручку Враджаваси, когда возникает какая-то опасность или трудность во Врадже. Devo yathari purusha surlok gupta. As Adi Purush Shri Vishnu is always protector of Surlok, of deities, of gods, Devatas. Of Swarga. Подобно тому, как Вишну всегда покровительствует Деватам, Сурам. So now we are very much getting disturbed. We are getting very much sorrow. So please come on and do not remain away from us. Поэтому мы сейчас находимся в настоящей опасности. Нам очень больно и страшно. Поэтому будь с нами, пожалуйста. We are your kinkari. Tanno nidehi karpankaj martha bandho taptastaneshu sarastichi kinkariya. We are your kinkari. We are your servants. Мы твои кинкари, служанки. Who are ever ready to do anything, whatever you will suggest us, whatever you will order us. We will do the same thing. Мы твои служанки, вечно готовы исполнить любое твое повеление, любой твой каприз, чтобы услужить тебе. So who is ever ready to do kim karomi? What should I do? Kim karomi. In the same way, we are kinkari. Kim karomi. Истинный слуга находится всегда в настроении kim karomi. Чем я могу сейчас послужить? И мы находимся в таком состоянии вечно перед тобой, Кришна. Tanno nidhi, we are yours, and nidhi, just you place your karpankaj, your lotus hands on, O Atabandho, you are the brother, you are the protector of every person who is getting the hardness, getting the difficulties. Ты благожелатель и друг всех страждущих, поэтому возложи свою лотосную ладошку нам на голову, пожалуйста.
You are Deen Bandhu, and we are Deen, so you should help us. Ты Дина Банду, а мы Дина, поэтому ты должен помочь нам. So Таттастанешу Сарасачинкриям, please place your hand on our breast, on our forehead. Положи свою ладонь нам на грудь и на голову. As a Kamal Bandhu, the friend of Kamal, friend of Lotus, the sun always puts his rays on the Kamal, on those lotus, and by that the lotus is blooming. In the same way, if you will place your hand on our forehead or on our breast, then we will also get very much happy. Kamal Bandhu — это солнце, то есть подобно тому, как солнце всегда посылает свои солнечные лучи лотосу и этим поддерживает его существование. Ты возложи свою ладонь нам на грудь или на голову и поддержи нас. Krishna interrupted. Oh, you do not having any discrimination, and you are provoking me to place my hand on your burning breast or burning forehead. My hand will be burnt. Krishna перебил. By hotness of your virha. Перебил и сказал, что вы, о чем вы говорите, что вы меня, на что вы меня подбиваете, провоцируете, чтобы я положил свою ладонь вам на грудь или на голову и обжег себе руку о пламя вашей вирахи, вашу горячую голову и горячую грудь? Что это за идея? Gopis answered, well, no, no, no. Because this is the custom that sun is worshipped by lotus. Гопи сказал, что тут такого, это такой ритуал, что солнцу подносят лотосы, и солнцу поклоняются лотосами. So we are worshipping, you are just like a sun. Ты подобен солнцу. And we are worshipping you with our breast, that is just like the lotus. Or with our face, that is just like the lotus. With our head, that is just like the lotus. So by our limbs, those are just like lotus. We are serving you as sun is served by the lotus. Ты подобен солнцу, Кришна, поэтому мы хотим поклоняться тебе лотосами своего тела, своей головой, грудью, своими конечностями и каждой областью нашего тела. On the other hand, if the rays of the sun is coming, only then the lotus are blooming. Lotus unless there is the rays of the sun, the lotus will not bloom. Без солнечных лучей, без солнечного света лотос не сможет распуститься. By the heat of the sun, the lotus will bloom, and by the respect of presented to sun, the sun became very much happy. То есть лотос радуется солнечным лучам, потому что он может жить благодаря им и распускаться. А солнце довольно, когда оно видит прекрасные лотосы. So in this way, your hand and our limbs both are making once the desire of each other completed. Поэтому твоя ладонь и наше тело дружат, и они хотят быть вместе, рядом. So tanlo nide kar pangaj mart bandho taptastane srasach kinkriyam. So please place your hands on our forehead. Возложи свою руки нам на голову, пожалуйста. But Saraswati did not accept it. And Saraswati changed the whole meaning into the denial attitude. Но Сарасвати совершенно не понравился смысл слов Враджа Гопи, она тут же поменяла все, превратила в ман-мудру. As if Vrish Gopinas are denying Shri Krishna, though, yes. Несмотря на то, что на йогу. The second meaning will be in this way, the meaning of denial will be in this way, that Gopis are saying that though we accept,
that you are the protector of whole bridge, even then you are not allowed to place your hands even on your servants. Кришна, мы понимаем, Сарасвати изменила смысл к следующему. Она, что Кришна, мы понимаем, что ты покровитель, защитник вража, но тем не менее ты не смеешь класть руки даже на слуг. So if there is a your paid servant even then you should not place your hand on his body. То есть непозволительно трогать других, даже слуг, даже если ты нанял кого-то служить тебе, работать на тебя, ты не смеешь трогать рукой и голову. So how you can dare to place your hands on us? Поэтому если ты даже наемного слугу не смеешь трогать, как ты осмеливаешься даже думать о том, чтобы коснуться нас? So please make some different distance from us and don't try to reach to us. Поэтому, пожалуйста, отойди подальше от нас и не смей приближаться, и даже не думай о том, чтобы касаться нас. In this way, Shri Brijgopakaya has expressed their pralaya. So it is called pralaya gate. Таким образом, Раджа-гопи явили свою пранаю, поэтому это называется пранайя-гита. And at last, one thing should be noteworthy, that gopis are describing their love, but it is always concealed in the form of a calm. И что очень важно подчеркнуть, что гопи всегда испытывают сильную любовь Кришне, они всегда проявляют любовь, но эта любовь спрятана в форму камы. Actually, they want to serve Shri Krishna, but they are showing as if while Shri Krishna will meet to him, then they will get relishment, they will get happiness. So they show that we are praying. Apparently, they are showing that we are praying you to get our joy. But actually, it is not at all. Любовь гопи безупречно чиста. Они не ищут никаких, не преследуют никаких личных целей, собственного удовольствия. Внешне может показаться, что они убеждают Кришну, склоняют его к встрече, чтобы получить удовольствие от этой встречи с ним. Но это совершенно не так. Actually, they want to meet with Shri Krishna to please Krishna, not themselves. Этой встречи они жаждут исключительно с целью того, чтобы услужить Кришне, доставить ему удовольствие, а не себе. So gopis are lovers, they are not kami. Они истинные возлюбленные, они истинные любящие, они не камени. Баловриндаван Бихари Лал ки. Говинда джай джай Гопал. Pardon? Rupa Goswami. Yes. They are also with them. Manjari also reached there, and she shook Manjari is already present there. Manjari also the and she shook Manjari also there. Yes. So they are. The Manjari are with them. Yes, beside them. And they are standing behind them. Yes. That verse, Bhakti Rasa Kriya, so the gopis are referring to Krishna as the one who
Which one? Which verse? Baksha Shri Aikaramanam to Bhavandasya. Yeah. So it seems that this kind of expression from the gopis is there very, very often in the conversation with Krishna. So how we can become sign that this is a reference to his Bhagavata, but we don't have that feeling. We discussed yesterday. How many? Can you ask me how to reconcile the gopis? No, they are not speaking like Bhagavan. They are speaking as they are. So in Virat, Shri Gargacharya has declared that Tasman Mandatma Joyante Narayan Samugani. Shri Brijgopikagan, whenever they see the opulences of Shri Krishna, they have four type of ideas. Когда гопи видят Айшвару Шри Кришны, у них появляются четыре вида мыслей. Вопрос был о том, что если как мы можем относиться к тому, что гопи обращаются к Кришне, как будто к Бхагаван. First type is this. While Shri Krishna is doing a abnormal activity, as a killing of Putna, just turning over the shakak. These activities are extraordinary activities, unhuman activities. And Shri Krishna is doing those ati manas, manush cheshta. Then the first thing that comes in their mind of Brijvasi, that is, this is due to some other cause, that it is the benedictions or it is the blessings of Brahma. Due to that, Shri Krishna is saved. Or it is due to the donations Shri Nanda Baba has given to other persons. So, by the effect of that donation, Shri Krishna is, by punya, by that pious activities, Shri Krishna is saved. So, this is the first one. То есть первый случай это когда Кришна совершает какие-то необычные сверхъестественные действия, например, когда он убивает Путану или других демонов, то есть очевидно, что человек не может так сделать просто. И тогда гопи и Враджаваси думают, что это все благодаря каким-то благословениям, которые получил Кришна, или, например, благодаря тому, что Нанда Баба щедро раздает подарки Браманам. The second thing is this. Второй случай. That they thinks that we are in illumined, we are in illusion and we are confusion. So as Shri Yashoda ji is seeing the whole cosmos in the mouth pit of Shri Krishna, so she is thinking, no, Shri Krishna is just an infant and it is my confusion. Второй случай, это когда Враджаваси кажется, что они сами пребывают в иллюзии, что им показалось. То есть, например, когда мама Яшода увидела все вселенные в акту Кришны, она подумала, ой, да нет, не может быть, что-то мне показалось, Кришна это мой ребенок. То есть нет, я ошиблась сама. The third thing is this, that this thing that at sometimes Shri Vishnu comes in Krishna and he is killing these demons. Третий случай это когда Господь Вишну как бы спускается к Кришну, нисходит к Кришну и убивает демонов. Krishna is a very delicate, normal boy, normal man, and Shri Narayan is imposing his power in Shri Krishna for a few minutes, few seconds, and then Shri Narayan kills those demons. Krishna is not killing that. То есть Кришна не убивает демонов, Кришна обычный мальчик, юноша. Это просто Нараяна вкладывает в него свою силу и таким образом через Кришну убивает демонов. То есть Кришна здесь ни при чем. На несколько минут просто входит в него. And the fourth thing is this, that Shri Gargacharya had instructed whole Brijvasis that if as you serve Shri Krishna,
So Sri Narayan sometimes comes in Krishna. So you should respect Krishna. So in this day, they are thinking that Sri Narayan is having the mark of Lakshmi on his chest. And sometimes Sri Krishna is doing abnormal, atmanushya, over human activities. So atmanushya kari Sri Krishna is doing. So even then, they think that Sri Narayan has sometimes came, but Narayan is not permanently in Sri Krishna. For a temporary time, Sri Narayan came, and after performing the his leela, Sri Narayan is escaped. Sri Narayan is gone, and Sri Krishna is only my relative. Четвертый случай это. Они вспоминают, как Гангарда Ачарья дал предсказание Кришне, что в нем присутствуют все качества Господа Нараяны. И таким образом, ну, как итог из этих всех четырех категорий, можем понять, что Кришна, что просто они думают, что Господь Нараяна таким образом временно проявляется в Кришне, а потом Кришна становится обычным человеком. So actually, Prabhupada described yesterday that in Biraha, the Aishwarya and Madhuri, the both bhav, both feelings are felt, but in Milan only the Madhuri is felt. Just как, like the moon and solar. То есть, как вчера объяснил Шри Прапрайоджа Прабу, и разлука, и Ашвария, оба настроения, и Ашвария, и Мадурия присутствуют во встрече, а в разлуке, наоборот, проявляется... Нет, наоборот. Yes. Да, Мадурия и Шваре в Вираке проявляются, а при встрече в Милане только Мадурия. Подобно, да, подобно Луне и Солнцу. Но они общаются с Кришной, то есть как мы. But still there, Sri Krishna is not accepting him. So Biraha is there. Yes, Biraha is here. Yes. Ариштанасана Прабху спрашивает, но они же общаются с Кришной как бы в прямом эфире, то есть как быть? И вот Махарадж отвечает, что Кришна их пока не принимает, поэтому Бираха все равно присутствует. Yes. Maharaj, can you also explain? I'm a little confused as to why the gopis keep referencing Lakshmi on Krishna's chest. Пожалуйста, объясните, а почему все время гопи делают отсылки к Лакшми, да и что она на груди у Кришны, когда они вроде бы не видят Ашвария? Swarnarekha. Yes. Oh, Krishna Swarnarekha. Yes. Krishna Swarnarekha. So, Srivatsa Swarnarekha is a mark, and it is a extraordinary mark that is found only in Krishna or in Sri Krishna or the incarnations of Sri Krishna. Sri Krishna. Krishna in his incarnations has this mark of Shri Vatsa Chinna. And Shri Vatsa Chinna is, it is a triangular, and beneath that some pulse are also seen. It is just like the print of a foot, as fingers are there and the foot is there. So it is a triangular where the fingers are also in the beneath, and after that one curling line is also there. So it is called Shri Vatsa. Vatsa means chin, and Shri means Lakshmi. То есть только в Кришне и Вишну присутствует такая, во-первых, отметина Сварнарекха, золотая на груди Лакшми Деви, и есть еще Шри Ватса,
Shiva. What means chin? And where is it? On the chin? Chin means the symbol. A mark, a sign. Mark sign. The word chin means She understands, she didn't understand where it is. Oh, on his chest. Ah, да, у него на груди тоже находится. Yes. And Shiva is made of the rome, the hairs of golden colors. And they are right hand cupping hairs. So Dakshina Vrut, rome, those are called Shri Krishna as a hori. Sometimes we have the curls in our hairs. The rounds in our hairs. So that is called Bhori. And that is also in his right chest. And it is Dakshinabhrut. It is curling on the right side. Right curling. Yes, in this way. But it is just like triangular. Золотой виток, короче, там. Yeah. Да, под волос, да? Как волосики. Krishna has like a birthmark on his chest, which is called Sri Vats. So they're not talking about much of this. This is here and this is here? This is here. This is made of hair. It is made of hair. And the under of that this is five marks of fingers. Five marks of fingers. Fingers or toes? Toes, yes. Toes. Еще отметки пальцев на стопах. Yes. So they're not actually thinking that it's like Lakshmi painting that's on his chest, they're just using it as a metaphor, or is that right? То есть они не думают, что это сама лично Лакшми Деви сидит на груди Кришны? Please, ask me. So she's asking, are they thinking that this Srivas is actually Lakshmi Devi herself? Or they say it as a metaphor that Krishna is very fortunate? Yes. They are saying that he is a normal person and he has some marks, very auspicious marks even. And special marks even. Yes? That's right. That's right. Siddhai Gaur Hari.